Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Адам Вилайт, маринист. Родился в Лондоне в семье фламандцев, бежавших из Антверпена по религиозным мотивам. В 1585 году семья жила в Лейдене. В 1597 года до своей смерти Адам жил и работал в Утрехте. Он стал членом Утрехтской гильдии Святого Луки в 1611 году и впоследствии стал ее деканом. В 1620-м его сыновья Корнелис, Авраам и Исаак пошли по его стопам. Он был известен как живописец рек и каналов, прибрежных пейзажей, рыбных базаров, шествий жанровых сцен, также рисовал деревни и сцены морских сражений. Его композиции в фламандском повествовательном стиле и в целом соответствовали традиционному формату в живописи. Баланс между передним, средним и задним планом характерен для его работ. Его манеру не спутать с другими маринистами, как не спутать его традиционную цветовую палитру и схематическое представление Вуу. Оставался верен себе, даже когда морской пейзаж в Голландии значительно эволюционировал в сторону более натуралистического изображения моря и кораблей. Ну, так вкратце данные из переводной Википедии, из каких-то данных, которые я нашел в интернете, о Адаме Вилайте, голландском маринисте Золотого века. Все, всем пока, до свидания, смотрим работы, до свидания.